Поможет ли другой мужчина забыть бывшего и убрать душевную боль? Как работает метод клин клина? Стоит ли кидаться в объятия новым потенциальным женихам сразу после расставания? И если вам интересно услышать ответ, тогда дослушайте мои видео до конца. Здравствуйте, с вами Виктория Власова, эксперт по семейным отношениям. Я разобрала тысячи историй и точно знаю, как вы можете наладить свою личную жизнь с помощью моей авторской методики. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Итак, в народе существует некий метод клина. И наверняка вы слышали о нем. Или, может быть, подружки, родные советуют. Так вот, его, возможно, и можно применять в других областях, но только не при расставании, особенно если у вас остались пылкие чувства к бывшему. И коротко поясню, почему. Другой мужчина нужен лишь для того, чтобы заполнить пустоту в вашем сердце. Но, как показывает практика, после сексуального контакта вы себя будете чувствовать и физически, и эмоционально ужасно. Также порой возникает мысль: «Я назло отомщу мужчинам, пускай мучаются, как я». Дорогие мои, это неправильный подход. Местью никто никогда ничего не добивался. Я понимаю, что вам плохо, и вам кажется, что жизнь потеряла краски. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. И если уже произошло расставание, значит, ваши отношения изжили себя. И сейчас самое время сделать работу над ошибками, вытащить себя из подавленного состояния и выстроить ваше общение и отношения заново с чистого листа. Посвятите себе это время. Помните, все возможно исправить. И с чего начать восстановление себя и отношений, я подробно рассказываю в своем бесплатном курсе «Как вернуть любимого за 3 шага». И под этим видео есть ссылочка с доступом. Переходите прямо сейчас и примените советы, чтобы не наломать дров. С вами была Виктория Власова. Увидимся. До новых встреч!